То есть она пошла. Вот, видно, то есть степени свободы, руки все просто. То есть как бы волновое движение, да? Так, да? И в разные стороны можно. В зависимости как вы, давай, стой. Так. You can do it in different directions depending on how you stand. Оп, стой, сади, а я сади. И растащил. То есть в плечи приходят руки. Где конец? О, видно плечи. Я вот сейчас вот эту нагрузку буду держать. Вот в плечах. Видно поставил. Сейчас не может, а смотри. Вот, видно, он не может устоять. И вот он держит. Вот, видно как. Чем сильнее человек будет держать, тем лучше. Можно дальше ему дать. The better your partner holds you, the better. Можно как бы короткими волнами работать, такими, а можно большими. Так можно, да? Like this, и сами по состоянию пробуйте. Так, вот, коротко сделали, побольше давай. Помягче. Вот, видно, волну дал. Я туда-туда. Держи сильнее. Hold me, really. То есть мне интереснее, когда человек держит. Видишь, я тебя уже держу. А здесь я уже работаю. Движение то же самое на ногу. Оп. Я могу и пальчики. Да. То есть это уже опять не пальчики мои, как бы делал, смотрите. А на пальце видно. Оп, пошли. Жесткий. Сразу. Оп. А могу и на кисть, да, здесь сделать. А здесь опять то же самое. А здесь ломаем, да? Но гладим, да, вот это все. Раз. Видишь, как я уже. Правильно. А здесь даже можно ударить. Даже не за... Вот правильно сделан элемент, как человек не замечает. Я держу, да, раз, видишь. Ну, смотри, смотри, что делать. Раз. То есть я как бы выскользаю. Но опять, я что делаю? Чем вот эти два дня занимаюсь? А я глажу руку, видишь? Тогда у вас правильное движение. Видишь, я хочу гладить. Видно, у меня здесь таз будет работать. Можно так, да? Ну можно еще и здесь попробовать. То есть достаточно, да? Представляете? То есть видно, как она как не удержит, да? Вот. So you see, he can't hold me. То есть, сразу тело начинает настраиваться на это. Можно вообще тупо. А ты еще головой держишь, да? Да, я сразу видно. Oh, да? То есть двумя пальцами и все, да? Ну тут я не показываю, ну да. Если чисто раз здесь, то есть там что-то, видно, я как бы сам подсел. Правильно? Да. Может он просто так свести будет. Тоже все правильно. То есть оп. А здесь раз, я опять пальцем. Значит, пальцы. Давай. Оп. Вот сейчас хочу пальцы, я не заберу. А когда подсяду, я заберу. Можно сюда, можно. Можно тут ногами. Сейчас, а я здесь бью. Понял, да? Значит, попробую. Подменяем опору. Раз, все. Вот правильный элемент. Раз. Двумя пальцами все делается правильно. А ты еще держишь, да? Да. Я тебя уже понимаю. Да. Тушана, видно? Теперь я тебя держу. То есть раз, все, я тебя держу. А тут уже можно бить рукой там что-то делать. Сильнее держу. А я смотрю. Сейчас я объясню. То есть раз, а мне без разницы. For me it doesn't matter if he holds me. Но я тазом освобождаюсь. Or force or not, because видно, вы вот здесь. А я тазом. Keep moving. И здесь еще слона. I can even... Так, держи руку. Все, это палка. Держи. Теперь палку держи. Теперь палку он так держит. Видно плечо. Значит, смотрите, я рычаг увеличиваю. То есть. Imagine the stick in the arm. Видно, да? I just work with the levers. То есть плечо, да? Держи плечо. The shoulder of the lever. If your partner doesn't hold you, then it's for the shoulder.
Вот. Видно, тогда легко работать с человеком, когда он реально делает. Здесь плечо, видишь, рычаг. Видно, я его увеличиваю. Усиливаю. То есть я выигрываю в силе. Оп. А я отсюда. Плечи держусь. Вот. Видно, тогда не а когда человек по. Так можно. То есть пара сил мы, кстати, вот не работали, да, Саша? Это он держит силы. Это вторая сила, видно? Она на месте вот эта, да? Никуда не ходит. А чем я приложу? Какая разница, видно? А рука на месте. Если она начнет ходить, то я не заберу. The hand remains in the same place. It doesn't move at all. Видишь, достаточно, да? Знаете, я не сильно. Нет, это он такой неприятный. То же самое, видно? The same place. То же самое. Не, не, не сильно, а правильно. It's not about how strong I do it, but how proper. Видно, да? О, смотри, видно, как легко. Я, видно, пригрузил. I load him. То есть я сразу гружу. I load him immediately. А видишь, не можешь, да?